Чао, Италия! Вот уже в пятый раз мы приветствуем участников пятого международного конкурса Grand Art, который по традиции пройдет в двух городах – Пезаро и Урбино с 15 по 22 июня 2019 года. Именно в Урбино, на родине знаменитого художника Рафаэля Санти, пройдет выставка домашних работ конкурсантов. Здесь же пройдут мастер-классы преподавателей Урбинского университета искусств. Ребята откроют для себя не только новые техники, но также смогут пообщаться лично с преподавателями и получить полную профессиональную оценку их конкурсных работ. Каждый год мы выбираем новое, совершенно особенное место, чтобы провести художественный пленэр для наших участников. В этом году конкурсанты отправятся на горы, где расположена вилла знаменитого итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Побывать в Италии и не почувствовать себя дизайнером просто неправильно. Поэтому каждый художник сможет в этом году в Италии создать свой неповторимый дизайнерский образ одежды, который будет представлен на модном показе в рамках международного конкурса красоты в городе Пезаро. Также наших художников ждет экскурсионная программа, чтобы проникнуться духом Италии, посетив сказочную Венецию, насладиться всеми достопримечательностями Италии в тематическом парке Италия в миниатюре. Ну и, конечно же, побывать в карликовом государстве Сан-Марино. Мы ждем ваши творческие шедевры на пятом международном конкурсе Grand Art.